29 октября в областном молодежном центре «Химик» прошли соревнования по национальным видам спорта. Состязания были организованы региональным министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта. 5 студенческих команд, представлявших автотранспортный, строительный, промышленно-экономический колледжи, Омский филиал финансового университета при правительстве России, а также региональное отделение российских студенческих отрядов, соревновались в 4 видах программы – дартсе, тройном прыжке, шашках и перетягивании каната. У нас есть преимущество, думаю, в дартсе, потому что у нас есть очень хороший игрок, который участвует в разных турнирах постоянно, в федерациях. И вот сейчас перед игрой вначале он нам давал некоторые советы, как правильно стоять, как кидать дротик, как целиться. И вот эти советы помогают. Ставку на перетягивание каната, конечно, делаем, потому что у нас такие ребята в основном. Виды спорта – боевые искусства и либо гиревой спорт. Каждый участник состязаний стремился показать высокий результат в самом демократичном виде программы – тройном прыжке. Я прыгала 2 раза, второй оказался более удачен, чем первый. Вообще, что я могу сказать? Конечно, в обычной жизни университетской мы чаще всего прыгаем просто одинарный прыжок в длину, а здесь нам пришлось прыгать 3 раза подряд. Но это не такой, можно сказать, опыт для нас, и почему бы не попробовать себя в чем-то новом, тем более занятие физическим спортом – это должно быть в жизни каждого человека, и для молодежи это особенно важно. Кульминация фестиваля – соревнования по перетягиванию каната. Здесь все коллективы выбрали свою тактику и показали максимальную самоотдачу. Все 5 раундов выиграла команда Омского автотранспортного колледжа. Мы все спортсмены, и у нас сплоченность. Мы команда, у нас есть своя тактика, мы ее обсудили до начала, так сказать, игры, и поэтому действовали по ней и победили. В результате главный приз фестиваля завоевали студенты Омского автотранспортного колледжа. 2-е место заняла команда Омского областного студенческого отряда, бронза у представителей Омского строительного колледжа.